И проигрывает всего 30 очков Яну Рурману. Ну а здесь, кстати говоря, он отыграл 32 очка. То есть он уже по этим результатам, если ничего не изменится, может перейти на 5-е место. Ну и вот этот американец. Маркус Кра. Маркус Кра показал на чемпионате Соединенных Штатов, где победил. Он также прыгает в длину. Зимой 7.07. 7.16 в этом году, летом. Тройным на 14.85. Очень разносторонний спортсмен. 14.85 личный рекорд. Вот все внимание. Вновь по пятой дорожке Маркус Кра. Также здесь очень сильный Дамьен Томас, в забеге показавший спортсмен из Ямайки. Вот он на ваших экранах. 13.48. Личный рекорд 13.42. Ну, вот эти спортсмены. Ну, еще надо, наверное, ответить Мфот Лади из ЮАР, который по пятой дорожке. Ой, простите. Джеймс Уивер из Великобритании по девятой дорожке 13.33. У него в активе есть. Но он был третьим только. В забеге 13.65 показал. Ну и вот из-за этого получил девятую дорожку, впрочем, как и Мэтью Трестон. А ему через 5 дней день рождения. Ну и ему уже 19 лет исполнится. Ну что ж, американец, вот там падение, кажется, ямайский спортсмен, к сожалению, упал. Ну, американец очень хорошо бежит, выигрывает. Ну, а что, британец? Британец, видимо, вторым будет здесь, да, 13.36. Ну, вот американец уже показал свой высокий уровень. И если в забеге 13.48, то сейчас 13.36. И результат выше, чем у японского спортсмена в первом полуфинале. Ну, вот такой парень, вроде бы не такой высокий, но очень хорошо бежит. И 13.36. Ну, британец, посмотрим сейчас, какой его результат. Получается, у нас уже два британца будет в финале. Так, 13.40 Джеймс Уивер показал. Тоже результат очень-очень высокий. Завтра в прямом эфире на Евроспорт 2.